добрались до внутреннего двора. О, нет. Что здесь случилось? Здесь все разрушено. Все такое мертвое. Туда до нас 100 лет не заходили. Этот проход вел в центральный зал замка. Похоже, мой отец его запечатал. Я обычно гуляла тут после ужина. Здесь было красиво когда-то. Это был мамин сад. Ты представляешь, какую красоту может создать мастер за 100 лет заботы и ухода? Она бы очень расстроилась, увидев это все. Постой. Да. Что тебе нужно? Что-то не то с лунными часами. Не хватает символов, и круг как-то перекошен. Я даже не знала, что символы можно снять. Возможно, моя мама пытается что-то нам сказать. Говорю тебе, с лунными часами явно что-то не то. Насколько мне известно, других таких нет. Предыдущие хозяева замка держали во дворе солнечные часы, но мою мать они, естественно, не устраивали. Она уговорила эльфийского мастера внести изменения в конструкцию. Видишь, вот изображение фаз лун, мастера и секунды. В том-то и дело. Какой смысл в лунных часах? Мне всегда было интересно, почему она не повелела убрать всю эту конструкцию. Но она любила эти часы. Не знаю, может, это какое-то особое чувство, когда ты владеешь произведением искусства. Ну, что-то такое, если ты меня понимаешь. Пока не знаю. Возможно, мы выясним, если найдем пропавшие символы. Могу предположить, что когда мама сбежала из замка, отец рассвирепел. Зная его, думаю, он решил уничтожить все, что напоминало ему о ней. Похоже на то. Думаю, он хотел забыть прошлое. Возможно, если бы он больше времени проводил с нами, он увидел бы красоту и научился ее любить. Нечего особо рассказывать. Об одержимости моего отца тебе уже известно. И мать не лучше. Скоро у тебя будет шанс это увидеть лично. Все не так просто. Семейные дела редко бывают простыми, так ведь? Что насчет тебя? Кем были твои родители? Ты хороший сын. Да, просто пошли дальше.
Очень умно, мама. Очень умно. Я никогда не была в этих тоннелях, но готова спорить, что они идут под двором, прямо в развалины башни. По крайней мере, мы приближаемся. Идем. Я уверена. Никогда не видела эту часть замка. Будь осторожнее, я не знаю, что тут может оказаться. Откуда? Там. Будешь знать.
уже близко. Я уверена. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Еще откуда? Кто там? Хорошо, что я доверяю своему. Кто там? Будешь знать. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Будешь знать. Мы уже близко, я уверен. А ты еще откуда? Не думаю, что мы уже достигли самого верха. Где-то здесь должен быть тайный ход.
всем позаботилась. Она всегда оказывалась умнее, чем я предполагала. Должно быть, это здесь. Я знала, что она увлекается некромантией. Это она обучила меня всему, что я знаю. Но я не ожидала увидеть такую обстановку. Посмотри-ка. Она, наверное, годы потратила, чтобы собрать все это. Что это такое? Не уверена насчет этого круга, но он точно особенный. Давай осмотримся. Где-то здесь должна быть какая-то зацепка. Она укажет, куда подевалась мама. Мама вела исследование весьма тщательно. Если мы сможем найти ее заметки, там должны быть подсказки. Я и понятия не имела о существовании лаборатории. У нее в гостиной был алхимический набор, но ничего похожего на то, что есть здесь. Судя по материалам и приборам, она вела какие-то исследования в области некромантии. Не знаю, определенно не ради вечной жизни. Для вампира это явно лишнее. Я такого не замечала. Моей маме всегда нравились магические создания. Нет, не подумай чего, просто она всегда находила их любопытными. Я помню, она вела дневник. Попробуй его откопать. Продолжай искать ее заметки. Наверняка она вела дневник или что-то такое.
как дела? Правда? Покажи скорее. Я знаю лишь то, что она мне рассказывала. У нее была теория о камнях душ, что души внутри них никуда не пропадают после использования, а отправляются в Каирн-душ. Каирн-душ — пристанище весьма могущественных существ. Некроманты отправляют им души и получают взамен магические силы. Мама много времени потратила, пытаясь вступить с ними в контакт, посетить Каирн-душ. Круг в центре комнаты, какой-то портал, определенно. Если я все правильно понимаю, здесь приведена формула, которая откроет нам безопасный проход в Каирн-душ. Горсть осколков камней душ, немного костной муки мелкого помола, изрядную щепоть очищенных солей пустоты. Ох, проклятие. Еще нам понадобится образец ее крови. А если бы мы могли взять такой образец, зачем нам вообще было бы тащиться в Каирн-душ? Идея. Будем надеяться, сгодится. Ошибки при работе с порталами могут выйти боком. Ладно, хватит болтать. Пора начинать. Да, наверняка. У мамы в лаборатории всегда были большие запасы. Надо лишь как следует поискать. Не получает все ингредиенты? Положи нужные ингредиенты в чашу и дай мне знать, когда все будет готово. Каирн-душ — маленький осколок Обливиона, мира Даэдра. Им правят невидимые сущности, называемые идеальными повелителями. Честно говоря, даже не знаю. Некромантов всегда интересуют души, возможно, в этом причина. На деле никто этого не знает. Насколько мне известно, еще никто не возвращался в Тамриэль после встречи с ними. Читала рассказы. Истории о глупцах, которым удалось вступить с ними в контакт. Ты посылаешь идеальным повелителям души, они дают тебе силы призывать нежить. Сугубо деловой подход. Потому что в большинстве историй идеальные повелители обманывают некромантов, и те, в конце концов, либо гибнут, либо сожалеют, что остались в живых. Главное — положить в чашу на ингредиенты. Тогда все остальное за мной. Мы готовы отправляться. Я не знаю, что произойдет, когда я добавлю свою кровь. Конечно. В чем дело?
Я задаю себе этот вопрос с тех самых пор, как мы вернулись в замок. Она была столь уверена в том, что мы правильно поступаем по отношению к отцу, что я могла лишь следовать за ней. Я никогда не думала, чего это будет стоить. Возможно. Думаю, мать-вампир не перестает быть матерью. Она волновалась за меня. За всех нас. Но она хотела отправить меня как можно дальше от отца, пока он не сошел с ума окончательно. Да. Да, правда. Прости, я просто не ожидала, что кому-то есть дело до того, как я к ней отношусь. Спасибо. Ну, мы готовы? Ладно, вперед. Посмотри на небо. Что же это за место такое? А ты из живых? О, ну и завтра. Наверное, давай это мое воображение. Воздух, земля. Здесь все не так. Нет, но она совершенно точно не оставила бы его в Тамриэле. Она хотела спрятать его как можно дальше от моего отца. Лучше места и не придумаешь. Тогда мы выясним, где он, если она еще жива. То есть не менее жива, чем раньше. Чем сейчас. Ну, ты меня понимаешь. Возможно, она боялась расплаты. Если бы отец смог до нее дотянуться, ей бы не поздоровилось. А может, она планировала вернуться, но не смогла. Мы не узнаем этого, пока не найдем ее. Только то, что мне рассказывала мама. Я сама еще кое-что читала, но совсем немного. Когда происходит захват души в камень, и затем энергия используется для наложения зачарования, то, что осталось после, отправляется сюда. Ну, я думаю, это касается только черных. Не уверена, что Каирн душ устраивают любые подачки. Посмотри вокруг. Как думаешь, кому захочется здесь жить? Выжить здесь могут только идеальные повелители, мертвецы и сами души, если это можно назвать жизнью. Лишь те, кто долго страдал, способны найти свет среди теней. Какой сегодня день? Какой год? Хотя бы эра какая?
Я живу в темном мире, куда не проникает ни один луч света. Это бремя ни на минуту не отпускает меня. А ты еще откуда? Лишь те, кто долго страдал, способны найти свет среди теней. Помоги мне найти моего Арвака. Нечего ему делать в этом месте. Арвак, мой конь, мы пришли в это ужасное место вместе, но на нас напали, и я велел ему бежать. Я прошу тебя, он такой чудесный конь и так долго скакал. Постарайся спасти его. Такие места всех меняют. Арвак! Арвак, где ты? Арвак, пожалуйста, вернись! Вернись! А ты еще откуда? Нужно двигаться дальше. Кажется, за нами.
Здесь тебе не место. Интересно, горят ли еще огни? В имперском городе. Это место разрывает меня на части, как будто я еще среди живых, и меня четвертуют. Я не могу этого больше выносить. Смотрите, кто у нас тут. Плоть на костях. Скажем так, продал кое-что одному типу, который, как оказалось, вожжается с некромантами. Но откуда, во имя Зенитара, было мне знать, что ингредиенты фальшивые? Я что, похож на того, кто будет вредить некроманту? Так точно. Лошадь, телега и все. Шлепнулся сюда, даже пикнуть не успел. Я ведь был одним из лучших торговцев в Хайроке, знаешь ли. Люди шли издалека и искали меня только, чтобы посмотреть, что у меня есть на продажу. Очень смешно. И чем, интересно, ты мне будешь платить? Погляди вокруг. Золотом ты себе здесь друзей не купишь. Вот что я тебе скажу. Я ценю то, что ты пытаешься сделать. Так что я тебе подыграю. Единственное, что здесь в изобилии водится, это стручки душ. Ну, знаешь, мерзкие такие штуки, вроде грибов, растут прямо из земли. Принеси мне, скажем, 25 стручков, и можешь порыться в том, что осталось у меня в загашнике. Разные штуки, которые я собираю уже много лет. Ну, точнее, собирал, пока эта ерунда со мной не приключилась. Скажи мне, что ты ищешь, и, может, договоримся?
если у тебя есть стручки. Нет стручков, нет и сделки. И вообще, пора тебе пойти и поискать что-нибудь полезное.